Так, продолжаем разговор. Так, а как мне понять, где я не была? Я уж, честно говоря, запуталась. Но здесь ничего нету. Здесь я все осмотрела. Найти нужный ящик. Мне нужно найти ящик. А можно меня выпустить отсюда? Так, вот здесь что-то. Может быть, есть. Но это не точно. Дыхание и межклеточное пространство. Ой, это все читать задолбаешься, честно говоря. Так. Здесь. Вот этот ящик. Эй, Ривер! Я его нашла! Нашла что-нибудь? Пока нет. В смысле? Это не Харрис. Посмотри в ящиках. Ривер, а какой-нибудь дворник не мог тебя сюда пустить? Чем меньше людей узнают, что я сую нос в чужие дела, тем Ривер. Лучше. Я Вэнь. Что ты здесь делаешь? Тебя же выперли из полиции. Не выперли, отстранили. А ты, собственно, кто? Я вызываю реальную полицию. Эй, погоди, просто послушай меня. А, то есть он не полицейский. Тебе что, проблем не хватает? Ясно. Харрис похитил моего племянника. Мне очень жаль. Но мы тут храним доказательства. У нас четкие инструкции. Инструкции? Мы говорим о жизни его родственника. О жизни ребенка. Полиция уже ведет расследование. Тебе пора. Уходи, мы живо! Мы никуда не уйдем без снов Питера Пэна. Последний раз повторяю. Вон! Я Вэнь, твою мать, ты кем себя возомнила? Помнишь свой первый экзамен по медицине? Тот самый, который ты так замечательно сдала. Наверняка помнишь. В женском туалете неожиданно начался пожар. Всех эвакуировали на 2 часа. Охренеть, и ты решил мне сейчас это припомнить? Чтобы я вас здесь никогда больше не видела. Тебя особенно. Беги от него. Ты будешь делать для него все, а он для тебя ничего. Мы с ним не первый день дружим. Он меня пока не подводил. О, я тоже думала, что мы дружим. И поэтому ты не хочешь ему помогать? Нужны сны Харриса. Где они? Он не видит снов. Что? Почему? Пуля повредила кору головного мозга. Мы фиксируем только отдельные вспышки. Похоже, это тупик, Ривер. Мне жаль. Рано сдаваться. Попробуем аудиовизуальную стимуляцию. Не выйдет. Он не в спектре. К детям помогают пробиться их любимая песня или фильм. Можно попробовать. Да, принцип тот же самый. Стимуляция гипоталамуса и выработка гормонов. Но Харрис не ребенок. Я не испытывала этот метод на взрослых. Это чем-то обусловлено? В отличие от Ривера, я ходила в мединститут и изучала нейробиологию. А не читала книжки про тайны мозга у соседа по вагону метро. Будем пробовать. Я даже не знаю его предпочтений. Я что-нибудь найду. Так значит, ты не против? Все. Идите. Я открою вам главный вход. Поехали, Ви. Я знаю, с чего мы начнем. Кстати, что ты знаешь о биочипах? Вот о биочипе Арасаки, например. Он предназначен для хранения нейронной энграммы. Но если по-простому, на него копируют память и личность человека. Да, это я понимаю. Мне вот что интересно. Может ли записанная энграмма заменить собой личность носителя? Заменить личность? Я не уверена, что это возможно. А откуда вопрос? Да так, просто из любопытства. Спасибо. Так, окей. Блин, а этот квест затягивается, получается. Значит, либо серия получится достаточно длинная, либо... либо хз. Да, можно ее, конечно, разделить, тем более, что я останавливала запись, но не хотелось бы квест, типа, прерывать на середине.
Не хотелось бы. Посмотрим, ладно. Если сильно длинное получится, то как бы я также так и разделю. Только без приветствия. Только вторая будет часть без приветствия. Ну давай, спрашивай. Не говорил, что тебя уволили. Не понимаю. Чё ж ты сразу не сказал, что тебя уволили? Не знаю. Иногда ты ведешь себя как дурак. Я в курсе. Просто мне трудно говорить о том, что меня сильно задевает. Понимаю. Тогда скажи, куда мы сейчас едем? К Джос. К матери Рэнди. Она думает, что пацан просто сбежал из дома. Не говори ей пока про похищение. Так, ты не упоминал отца Рэнди. Расскажи мне про Рэнди. Расскажи мне про Рэнди. Какие у него хобби? Мелкие кражи, наркота, побеги из дома. Вот его хобби. Дядя Коп расскажет о тебе только лучшее. Есть люди, у которых вечно какая-то лажа. Рэнди как раз такой. А что с отцом Рэнди? Пару лет назад его грохнули на разборках. Классный пример для подражания. Джос осталась с тремя детьми. Но это не женщина, а скала. Ладно, допустим. А почему мы не будем искать квартиру Харриса? Дом. И я сомневаюсь, что он держал похищенных в подвале. Ну и вообще, мы пытаемся. Я хочу найти связь между Рэнди и Харрисом. Сомневаюсь, что найдешь. Других вариантов у нас нет. А ты не боишься, что Ивень пойдет и донесет на тебя своему начальству? Мы раньше дружили. Вряд ли она так поступит. Ну и плюс я знаю, какой грешок у нее за душой. Хоть и не собираюсь этим пользоваться. Ты уверен, что Ивень в итоге нам поможет? Да, все наши ссоры всегда кончаются одинаково. Расскажу тебе как-нибудь за пивом. Договорились. Как найдем Рэнди, завалимся куда-нибудь выпить. С удовольствием. Так, доехать до цели. Давайте пропустим, наверное, поездку, а то это все очень долго. Ну что ж, приехали. Давно я тут не был. А когда-то приезжал каждые выходные. И что, многое изменилось? Такие места не меняются. Дверь. А что, сюда нельзя зайти? Милое местечко. Угу. Милота. Долгое возвращение, трагедия, кочевник. Ривер. Или тебе что-то надо, или есть новости про Рэнди. Иначе ты бы не попёрся в такую даль. Джос, это Ви.
Привет. Ну что, Ви, вы узнали про Рэнди? Его похитили. Почему ты не позвонил? Джесс, я... Хотел скрыть от меня правду, как всегда. Полиция поймала похитителя. Он получил пулю в голову и лежит в коме под охраной. А где Рэнди? Мы его ищем, Джосс. Здесь? Давайте только не будем ругаться. Это мой сын! Не указывай мне, что делать, а что нет! Чё ж ты так орёшь-то? Мы приехали, чтобы осмотреть вещи Рэнди. Зачем? Чтобы найти зацепки. Мы делаем все, что можем, Джосс. Только не сломайте ничего. Рэнди не любит, когда копаются в его вещах. Пойдем, Ви. Дети на улице. Скажи им, чтоб шли ужинать. О чем ты думаешь? О том, что тебя окружают женщины с характером. Это его трейлер. Нам важна каждая мелочь. Привет, Моника. Привет, Дориан. Это твоя девушка? Ха-ха. Знакомая. Эва, мамка сказала... Останешься ночевать. Сказала идти кушать, эй. Ваша мама сказала, что ужин готов. Да-да. Идите. Не подглядывайте за нами. Так, а как это взять? Старинный ключ Рэнди, а как его взять? Это их старый трейлер. Рэнди его занял, когда я купил им новый. Ну и бардак. Как у меня в старые времена. Ты отмотрись, а я переберу мусор. Да, он что-то лежит, но я почему-то не могу это взять. И это как-то странно. Эти подсказки, которые помогут. Tainted Overlord. Его любимая группа. Ты хорошо его знаешь. Посылал ему на каждый день рождения их альбома. Закрыто. Не знаешь, где у него ключ? Нет. Да вон же ключ, я только что его видела. Вот он. Я нашла ключ. Прямо музейный экспонат. Ага. Не то чтобы тут какая-то игра. На коробке код доставки. Подсказки. Найти подсказки. Еще остались отметки, по которым мы первые годы мерили детей. Наркотики. Наркотики? Не будем об этом. Ага. Общество виновато. Так, а чё это? Что-то это я типа ключ вернула, да? Так, ну я здесь вроде все. Любимую толстовку оставил в шкафу. Все смотрел. Больше тут мне как бы ничего нет. А зачем мне еще раз ключ? Больше ничего нет, чувак. Как бы тут вроде все смотрела. А, нет, подожди, что-то есть. Дорогая техника. Рэнди мог себе такое позволить? Ты серьезно? Это железо стоит дофига. Вряд ли Рэнди смог себе сам такое купить. Я бы туда заглянул, но сомневаюсь, что он кому-то говорил пароль. Можешь взломать? Ну, естественно, кто, если не я? У меня же попробую. Техника-то прокачанная же. Так, 55, БД.
1С. Прошу. Поможешь мне тут пошариться? Файлы. Что это? Этот мультик какая-то полная жесть. Да. Мурашки по коже. Жуть какая-то реально. Первый том трилогии «Мечи погибели». Рян заполнял черный туман, вскоре в нем очертился стройный силуэт женщины. Так, окей, сообщение. Извини, что не позвонил, полдня просидел в своем Торнтоне. В такой машине задержали Харриса. Полиция оцепила весь Уотсон, я не скажу, что... Когда перекрывали улицы? Блин, я помню этот день. Он живет рядом со старой школой. Ты смотри, какой этот мужик сердобольный. Так, большой перлов в Хейвуде. Привет, не обижайся, но я воспользовался правами админа. Он установил, кто такой Рэнди, и выслал ему игру в подарок. Ту, которую ты нашла в ящике? Да. И судя по коду доставки, этот хер выслал ее с пустошей. Рэнди обрабатывали по всем правилам. Ривер, посмотри, ты видишь то же, что и я? Нет, не может быть. Зачем Рэнди это было нужно? Мало того, что они договорились о встрече, так Рэнди еще и радовался, как будто идет гулять в лунопарк. Твою мать! Как этот урод вообще задурил ему голову? Натали, наверное, была единственной, кому Рэнди доверял. Посмотрим страницу по ссылке. Как? По какую страницу? По какой ссылке? Какая-то ссылка. Это не про нее писал Рэнди? Сейчас посмотрим. Что по изображению на сайте наркотики? А вот это? Энтони Харрис создал скрытую страницу. Господи, меня аж мутить начало. Так, окей, посмотреть сайт. А как его посмотреть? Смеясь к нам, файлы. Тут был какой-то файл. К сожалению, его удалили, но название осталось. Кстати, про это. Кажется, видео на компе у Рэнди называлось примерно так же. Смотреть мультфильм. Так, подожди, а что здесь? Так, ну вот это, да? Смотри, этот мультик называется так же, как пропавший файл на странице Харриса. А, точно. Это то, что нам надо было найти для Ивэнь. Ви, вот оно. Думаю, Рэнди его скачал. Ви, ты что, не понимаешь? Может быть, это ключ к сознанию Харриса? Ну, надеюсь.
Может, если ты применишь свою нетранерскую магию, мы узнаем что-нибудь еще? Узнать IP-адрес Харриса дополнительно. А как это сделать? А как узнать IP-адрес? Контакты. А я откуда знаю, как это узнать? Определенно. Попробую определить IP-адрес Харриса. Так, Е9, 1С, 5, 1С. Думаю, мы выжили из этого максимум. Супер. Мультфильм, Ривер. Возможно, это то, что мы ищем. Отправь его, Евэнь. Ты же говорил, Харрису нужно что-то знакомое, чтобы видеть сны. Хорошая мысль. Отправляю. Окей. Она написала, что ответит завтра. И что я настоящая сволочь. И... Фу. Пошли, что ли, поужинаем? Следуя за Ривером. Ну да, придется делить на две части, на две серии, потому что... Эти там мы еще бегали, делали заказ. Давай не будем пугать Джоз больше, чем нужно, хорошо? Заказ делали. Мы взяли след, но до завтра подробностей не узнаем. Конец. Поэтому придется разделить, потому что квест достаточно длинный. Дориан, не надо. Но она правда похожа на сопли. Джоз, мы закончили. Закончили? Ну тогда в кровати. Дядя Ривер, мы тут тебя оставили. Спасибо, Моника. Вы нашли что-нибудь? Похоже, что Рэнди знал похитителя. Они общались. С чего бы ребенку с ним общаться? Ну, ты же знаешь, как это у подростков. Искал помощи не там, где надо. Когда ты ел последний раз? Вчера. Возьми мой. Я не хочу. Спасибо. Может, попозже. А теперь скажи честно. Не смотри на моего брата. Просто скажи. Вы найдете моего сына? Ну, хрен его знает. Не можем сейчас ничего обещать, Джоз. Мы сделаем, что в наших силах. Что в ваших силах? Джоз, ты не против, если Ви поспит в трейлере Рэнди? Нет, конечно. Ты же останешься. Ты должна мне помочь довести это дело до конца. Конечно. Останусь, конечно. Куда дорогу же я денусь? Трейлеру, помнишь? Надо же доделать. Конечно. Скоро уже пойду спать. Сосиски вон лежат. Хочу, можно? Дайте мне сосиски. Нелегко в одиночку растить троих детей. Ну, как тебе сказать? С мужем было не легче. Когда он не появлялся дома, мне было проще. Иногда я мечтала, чтобы он пропал куда-нибудь, только бы не видеть его рожу. Все настолько плохо. Байк и автострада — вот и все, что имело для него значение. А дома всякое бывало. Однажды он взял Дориана в город. Ехал по делам, решил заодно провести время с сыном. Вернулся среди ночи, пьяный в говно. Наорал на меня за то, что вызвало на поиски копов. Серьезно? Ривер нашел его в баре и привез сына домой. То есть без него тебе стало легче? Неделя в подушку проревела. Моего мужа убили. Отца моих детей. Я сочувствую. Рэнди изменился, замкнулся в себе,
А у меня, кроме него, еще двое мелких. Что с ним тяжко было, что без него. Уж не знаю, что и хуже. Как он умер? Альдекальда сказали, что умер достойно. Видимо, по их понятиям. Я была на опознании. Вместо лица каша. Что там достойного? Знаешь, давай сменим тему. Держись. Ай, блин, ладно. Хотела на держись нажать, но что-то проскочило. Хотела нажать на держись, ну ладно. В принципе, и так все понятно. Ви, вставай. Еще пять минуточек, то пожалуйста. Я хочу мультфильм поспать. Мультфильм сработал. Харри стал видеть сны. Есть брейнданс? Вот здесь. Вставляй и подключайся к компу. Я буду смотреть на мониторе. Проснуться не дал, ё-моё. Быстрая это твоя знакомая. Неплохо. Что с тобой происходит, Энтони? Мне придется об этом рассказать. Ты же понимаешь? Так нельзя себя вести. Энтони, зачем ты убил черепаху Лема? Ну, она болела. Все время сидела в панцире, не ела. И я хотел помочь. И вколол ей гормон роста? Как ты до этого додумался? У отца, что ли, научился? Тебя усыновили хорошие люди. Они в тебя поверили. И вот как ты им отплатил. Я понимаю, умер твой друг. Но это не оправдание. Да пошли вы нахер. Что ты сказал? Ну все, хватит. Я сегодня расскажу директору и твоим новым родителям тоже. Весь в своего папашу пошел. Так, стоп, вот здесь что-то есть, да? Режим изменений. Нас закинуло в школьные годы Харриса. Помню, все газеты писали про эту стрельбу. Мы ее разбирали в академии. Погоди-ка, я проверю, что это была за школа. Лагуна Бенд. Похоже, в 50-е весь город затопило. Ну, зато мы теперь примерно знаем, где жил Харрис. Ну, тут все ясно. Так, подожди, нет, не все тут ясно. Где я? Ни хрена не видно. Ни хрена не вижу. Где я вообще ни черта не вижу? Я там не все просмотрела, ну да ладно. Старый кубок. В 2042 году они заняли первое место в соревнованиях по рестлингу между школами. Так, вот там что-то я не все. А можно перемотать? Как тут перемотать-то? Зажать Е, перемотать назад. А, Q назад. Вот здесь что-то я не пойму. Что-то мы где-то пропустили. Вот здесь. А, вот еще что-то здесь. Какая-то опять стенгазета. Наркотики — это зло. Окей. Так, ладно, поехали дальше. Ой. С произведения. Не смейте так говорить про моего папу! А ты что думал? Я не знаю, гаденыш, что твой отец пустил себе пулю в лоб, когда ферма разорилась. Заткнись, заткнись! Не смей даже упоминать моего отца, ты, гондон! Ты врешь, перестань! Она была больная и слабая! Я просто хотел помочь! Вот это глюки у него жесткие. Да, X закрыть. Скач какой-то.
тебя опять понесло? Иди сюда! Иду! Так, стопы назад. Так. Это что, корова? Серьезно, корова? Так, а я ее не могу изучить? Харис здесь выглядит моложе. Так, подожди. Смотри, корова больна. И остальные тоже. Да. А, вот. Иди сюда! Иду! Так, стопа. Дальше что? Похоже на биосканер для контроля за здоровьем скота. Опознать не получится. Отец прессовал его, будь здоров. Тони, иди сюда! Что, пап? Ты ничего не забыл? Тебя спрашиваю. Я не знаю. Уровень холины метионина. Не видишь ничего странного? Что, слишком низкий? Ты должен был проверить перед школой. Чё в свое оправдание скажешь? Эта корова умрет из-за тебя. Убьешь ее так же, как мать убил. Пап, прости меня. Не оправдывайся. Просто подкрути ей гормоны. И выключи уже этот идиотский мультик. Так. Коровам вкалывали гормоны и антибиотики. Жесть. Люди ели мясо с этим говном. Да капец. Я тебе сколько раз говорил не оставлять его. Я полдня пытался выключить эту херню. Ой, подожди, назад. Пропустила. Где-то что-то пропустила. А, вот. Добавки для поддержания здоровья у животных. Выключить эту херню. Самый мультик. Малыш Тони, похоже, его обожал. Ну, тут все ясно. Похоже, мы нашли, что искали. Какие-то провода. Это последние воспоминания. Здесь его логово. Горючее. Наверное, когда-то тут была заправка или что-то вроде того. Тут часы. Час до полуночи. Похоже, Питер Пен превратил эту ферму в маленькую крепость.
Так, стопы, стопы, назад, 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 назад. Тут что-то есть. Господи. Что? Он обращается с детьми, как со скотом. Жесть. Так он больной, что я могу сказать. Так, стопы, здесь еще звук. А, подожди, как тут переключить слой на левый shift? На левый shift. Ты это тоже слышишь? Мусоровоз дает сигнал на разгрузку. Где-то рядом свалка. Так, окей. Система контролирует впрыск каких-то стимуляторов или, может, гормонов. Ну, а здесь? Смотри. Еще один. Жуткая жуть. Штемпель пожарной части. Южный регион. Отлично. Так, что-то еще, Алла. Я нигде не вижу Рэнди. Сюда подключены боксы. Где-то должен быть комп, куда подключены мины и турели. Да, тут, блин, еще на серию тогда будет, если еще мы сейчас будем все это дело туда проберемся, чтобы там все обследовать и спасти чувака. Стопэ. На модели фермы есть метка Петрохема. Вот это ползет не этот. Не тот, кто нам нужен. Случайно. Ну и куда ты собрался, Майк? Так. И что у нас тут, где у нас? Не вижу. Где чего? Снаружи? А, вот. О, осветительные вышки. На них рекламировали новый альбом Askrex. Свет менялся каждый час. Наверное, можно уже выходить. Итак, что нам уже удалось выяснить? Мы знаем, что Харрис живет рядом со старой школой, которая затонула. С фермы виден город и осветительные вышки Аскрекс. Это в нескольких милях от окраины. Ферма находится рядом со свалкой. Это мы тоже знаем. Код доставки игры, которую прислал Харрис, указывает на пустоши. Судя по IP, Харрис живет примерно в радиусе дюжины миль от Найт-Сити. Осветительные вышки рекламируют альбом Askrex и меняют цвет раз в час. А раз мы знаем время... 11 вечера. Да, тогда получается, что ферма к востоку, точнее, к юго-востоку от города. Пожарная часть, которая ставила штамп, была из южного региона. Модель фермы делал Петрохем, значит, другие варианты отпадают. Выходит, мы нашли, что искали. Рэнди должен быть на ферме Эджвуд. То есть, можно ехать? Надеюсь, я нигде не ошибся. Надо торопиться. Угу. Прям очень длинный квест. Я как чуяла, что он, блин, больше, чем на час. Если не больше. А то и на полтора. Боже, хоть бы получилось.
Не думай об этом. Сосредоточься на дороге. Тебе легко говорить. Это же не твой племянник. Мы найдем его, Ривер. Я же не знал, что с ним творится. Если бы я спросил... Ты ни в чем не виноват. Я его дядя Ви. И я никак ему не помог. Блять! Ну все, не ругайся. Че ругаешься? А пропустить поездку нельзя, да? Держись, Рэнди. Мы уже едем. А, можно, да, пропустить? А то и так что-то длинно выходит. Ну-ка, подождите. Сейчас я гляну. Осторожнее! Уже даже... Уже эта часть уже 41 минута. Это, Ривер, это его ферма, мы нашли ее! Это я уже добью. Да, да, давай в хлев, быстро! Даже если придется еще... Если придется серию на час делать. Это уже нужно добить, а то как бы не очень. Так, опасная зона. Да хрен с ней с опасной зоной. Выключить. Тебя. Тоже выключить. Так. Найти панель управления системы, попасть в хлеб. Найти панель управления. Ой, мать моя женщина, тут мины. Их до хрена, да? А чё ты так быстро-то выключить, я сказала. Так, нам типа надо потихой, да, получается? Ой-ой-ой-ой-ой, здесь мины повсюду. А их как-то можно? Деактивировать. А как их деактивировать, если... Это надо к ним подойти, чтобы деактивировать. Так, тут все в минах, жесть какая. Просто же скач. Так, здесь закрыто. Здесь закрыто. Блин, ну здесь везде мины, серьезно. Найти панель управления. Может, наверх мне надо? Чувак, может, ты мне подскажешь? Здесь что-то дверь-то не открывается. Яй-яй. Так, подожди-ка, стопешечки. Надо понять. Так, а может быть окно можно открыть, нет? А, можно. Конечно же, можно. Ну, надо попробовать потихо, хотя я это не люблю, опять же. Я это не особо люблю. Нам, судя по всему, вниз надо. Куда-то. Куда-то вниз. Все эти чипы я пока читать не буду. Это. Они вроде как даже прочитанные, но фиг его знает. Так, куда-то вниз мне показывает вообще-то так, по идее. Вроде как. Куда вниз? Понятно. Так, это выход. Это выход, но мне не сюда. Попасть в хлев. Сказано внизу, но... Зачем мы сюда зашли? Совсем понимаю. Может, наверх? Может, здесь что-то есть? Оно где-то здесь. Надо тут все осмотреть. Так, вот что-то. Где-то должен быть переключатель. Где-то. Наверное, здесь. Так, файлы, инструкция к набору. Это все не то, сообщение. Это все не то. Ну вот как бы, типа, показывают. Да? А, вон, подожди. Попробуй отключить систему защиты, а потом бегом к хлеву. Отключила. Я молодец.
Бегом к хлеву. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Не торопи меня. Не торопи. Все, успеем. Так, здесь опять же мины, зараза. Ой, здесь опять же мины. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что, не успела, что ли? Так, там еще камера, зараза такая. Выключить. Кто еще? А, еще одна камера. Одни сплошные камеры. Ты что делаешь? Что делаешь, пес? Камера-то одно, тут еще и мины повсюду. Я не успеваю. Тут надо прям резко, дерзко успевать нажимать. А, так, подожди, а где хлев-то? Куда ты меня ведешь? Почему наверх-то ты меня ведешь? Выключи систему безопасности на компьютере дополнительно. Так я же выключила, алё. А, надо быстро это делать. Типа, выключила и бежать. Серьезно? Ни хрена ж себе. Бежать, а ничего, что там этот, как его? Ну что там те самые? Да беги ты, блин. Ай, выключи. Беги. Быстрее. Где хлев? А где хлев? А где хлев-то? Да я чё, я опять... В смысле, а чё так быстро-то? Хрена, я как должна успеть-то? Выключила? Я же выключила. А, на компьютере. Нет, подожди. Файлы. Вот же. Это же. Включить. Выключить. На каком компьютере-то, алё? День-день. А, вот здесь, что ли? Так, локальная сеть. Вот, предохранитель. Выключить. Вот оно что. Система наблюдения тоже выключить. А я не поняла, какая чего. Так. Все, теперь в хлев бежим. Прям бежать-бежать или как? Как бы мины. Но мне пофиг. Тут мины, но мне пофиг. Я вот это хочу. А, пригнуться? Окей, я пригнулась. Я пригнулась, все, не кипишуч. Что ты орешь на меня? Что орет на меня, прикинь? Офигел, что ли, орать на меня? Сюда, Ривер! Быстрей! Так, куда ну? Наверх? Зачем наверх? А зачем наверх? Зачем наверх-то? Вот сюда же нам. О боже. Какой мужчина. Не, в принципе, если он здесь один, то нам это особо не грозит, я думаю. С ним с одним-то... С одним-то мы справимся, я надеюсь. Господи, он еще жив. Мы успели. Ви, выруби эту чертову машину. Надо отключить Рэнди. Рэнди. Нужна скорая. Повторяю, нужна скорая на ферму к югу от города. Да, пришлите наряд. Да, высылаю координаты. Нет, хотя бы несколько человек. Только быстрее. И там еще автоматическая линия обороны. Будьте осторожны. Быстрее. Это надо отключить. Ну пошли, выключить проигрыватель брейндансов. Какой длинный квест, а, серьезно. Выключай же эту ебаную херню, Ви! Да подожди ты, ничего ты меня торопишь, блин. Торопит меня куда-то. Давай известно, так, тра-та-та. Так, ладно, это все читать, это тогда, блин. Окей, все отключены. 500 тысяч часов придется записывать. При желании это все можно там в библиотеке или где прочитать. Так, он этого Рэнди нашел, что ли?
Помощь остальным пострадавшим. Давай попробуем. Каким образом? В смысле, как? А, убрать. Мать моя женщина. Он жив. Эй, эй, тише, тише. Тише, все нормально. Жесть какая. Так. Погиб несколько дней назад. Ты ёшки-матрёшки. Ви, помоги мне с Рэнди! Подожди, ты, надо же другим помочь. Хорошо. Не бойся, мы тебе поможем. У тебя небольшое обезвоживание, но ты поправишься. Ви, помоги мне с Рэнди! Да иду я помогать. Что тебе надо? Что помочь? Давай. Ну давай! Мертв? Нет, жив? Походу спасли. У нас получилось, Ривер. Да, получилось. Но для меня еще ничего не кончено. Выродок должен ответить за этот кошмар. И ответит. Что ты хочешь сделать? Убить его? Именно. Пойти к нему и придушить голыми руками. Эта мразь сдохнет. Ривер, успокойся. Это уже ничего не изменит. Энтони Харрис теперь просто бессмысленный овощ, который даже сам не дышит. Это может продолжаться бесконечно. Он должен умереть. Тогда я буду уверен. Прекрати. Стоит ли ломать себе жизнь из-за мести этому недочеловеку? Да вот именно. О, не знаю. Может, ты и права. Я просто не знаю, что еще могу сделать. Месть она никогда не это. По-моему, у тебя целая куча дел, Ривер. Не принесет никакого удовлетворения. Ты сейчас нужен им как никогда. Да. Ты права. Тебе нужно время, чтобы забыть про Харриса. Для начала выспись. Когда во всем для себя разберешься, позвони, поговорим. Да. Мне нужно немного побыть одному. Потом позвоню. Конечно. Эй, мы готовы лететь. Ты с нами или как? Спасибо тебе, Ви. Без тебя я бы не справился. Да, пожалуйста. Обращайся. Обращайся. Точно, обращайся. У, какое длинное задание, просто жесть, просто, просто... Плохо дело. Плохо дело, да, плохо дело, но мы сначала будем делать доп. Задание. Надеюсь, ты не помрешь раньше времени, очень надеюсь. Вот. Ну, вот такое вот задание, которое, блин, придется разделить на две серии, потому что там еще заказ мы делали, получается. Поэтому на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.